Всем привет, чувачки, с вами Алскел, давно не виделись на этом канале. Я обещал, что я время от времени буду снимать обзоры на ваши фан-аккаунты в Инстаграме. Поэтому сегодня я захожу в отметки, вы меня постоянно отмечаете, там, делайте эдиты. Но сегодня самое интересное и веселое, самое главное, веселое попадут в видос. Так что ставь лайк, если ты еще не поставил, и поехали. Короче, я давным-давно не заходил специально, чтобы потом посмотреть видосе. Так, тут сейчас будет что-то, надеюсь, мясо. Я сразу скажу, очень много вот подобных эдитов, когда просто там типа хопа, слоу-мод, обработочка. Мне как бы они нравятся, они красивые, милые, но я люблю больше всего смешные, поэтому я буду сейчас искать, у меня будет охота на смешные видосы. Вау, какой красивый арт, вау. Очень красиво, мил скилл. Чего это такой странный? Это я, мама Мухаммада. Что? Много вопросов к видео, бродяга. По жизни ему ничего. Не вау, вау. Превью на основном канале Милса. Меня рассекретили. Да, иногда мне хочется на превью как бы юзать одни и те же фотки, потому что я их уже вырезал, и мне лень делать превьюшку. Да, такое бывает. Очень часто. Я ж не сильно часто юзаю одну фотку. Два раза подряд я никогда не делаю. Такого не бывает. Хорошее видео, лайк. Что если милскел? Парень выл. Не может быть, не может быть. Как вы догадались? Казино, я люблю бабло. Деньги хрустят, я кидаю их. Эта песня была написана просто, ну, Полина включила песню и начала просто читать что-то. Фристайл полный. Чудли-будли-будли-будли. Че это за обработка такая? А че изменилось? А мне рот не открыли. Какой ужас. Лайк. Кто выиграл? Сделай миллион блинчики. А4 записал этот видос? Смешарики. Ну, смешарики я видел, что он... А4! У меня есть пару вопросов! Он еще записал Гарри Поттера, если не ошибаюсь. Трындец. Ну, блинчики это как бы, ну, это челлендж. Это американский челлендж на самом деле. Но смешарики, смешарики это вообще... Стырить смешарики. А4. Ладно, у мистера Биста ты воруешь. У меня за что? Я чем провинился? Это красивое видео, мне нравится. Прям такое атмосферное. Прям. Аж грустно стало. Я не хочу плакать. Ну, та зима была реально топовая. Было очень классно. У нас сейчас снега даже за... Ну, там нема снега. У нас на улице до сих пор осень. Ну, октябрь вот. У нас не будет вообще снега. У нас сейчас плюс 10 на улице. Капец. Эй. Hi. I'm sorry. For that. You know. Я не сразу понял. Как это больно. Так, ну лайк. Хорошее видео. 2021. Такое ощущение, что это видео просто как я потолстел. Ну лайк, ладно. Сделайте видео там, где я типа такой хуенький, а потом хопа толстый. Типа, вот это он преобразился, вот это молодец. Каждому бы такое. Хочу видео, где я реально стал толстым, чтобы грустить. Какой красивый арт. Я так люблю арты. Это просто вау, как красиво. Люблю арты. Также арт. Лайк. Тоже неплохо, красиво, оригинально. Я примерно так же рисую. Жизнь боль. А мне запустилась песня с предыдущего видоса. Реально грустно. Так-то неплохо даже. Очень даже. Мне нравятся. Мужчины такие интересные. Погнали дальше. С Женей после тусы. Мемы с ВКонтакте. Два красивых мужчины. Можно и так подписать. Мужчины. Листаешь такую ленту, а тут вот это. Какой ужас, как красиво и ужасно одновременно. Пойму, как жизнь устроена вообще. Раскатило чуть-чуть, да, было в ролике. С кем не бывает, но в жизни мы общаемся вот так. Пожалуйста, верните меня в прошлое. Как круто, очень мне нравится. На самом деле сейчас все очень даже неплохо. Очень много будет воспоминаний. Я уверен, что потом будут обработки. Блин, как же было круто вот в этот момент. О боже мой, вот это 2022. Не надо больше никогда как 2022. Не надо, пожалуйста. Но по-любому будут же такие обработки, типа вот тогда было. Вот когда у него зеленые волосы были. О, вот это я помню. А когда фиолетовые, а когда коричневые, вот когда будут розовые волосы. Вот тогда напишите мне, пожалуйста. Вот это было, конечно, до этого раньше. Хорошо. А так цените то, что есть сейчас на самом деле.
живой, уже хорошо. Кстати, если вы хотите еще такие видосы, ставьте обязательно пальчики вверх и пишите в комментариях, потому что я выкладываю редко на этот канал вообще видосы, но если вы будете делать кучу обработок, если вы будете оригинальными, то я буду выкладывать как можно чаще такие видосы, так что ставьте лайки, и я пойму, что вам хочется еще. Люблю арты, очень красивые арты. Красивое видео, мне нравится. Такое атмосферненькое, красивое. Мне иногда не верится то, что вы отвлекаетесь на меня. Типа, я-то снимаю видосы, я вас не вижу. А вас дофига. И я каждый раз, когда вижу эти цифры, там 600 тысяч, 500 тысяч, миллионы. Я такой думаю, капец, миллион человек, которых я в жизни никогда не видел, скорее всего. Они смотрят, они такие, типа, я устал, я хочу расслабиться. И смотрят меня, а я смотрю других каких-то блогеров. И они тоже не знают, что как бы там я их смотрю. И мне иногда в голове не укладывается просто то, что мы вроде бы все так близко, но все так далеко друг от дружки. И у нас есть общий интерес. Это так странно, но так прикольно. Мне биполярка, все, хватит. Я говорю и не могу остановиться. Короче, мне очень приятно вообще то, что вы уделяете время мне и смотрите мои видосы, и вам это интересно. Боже, вы самые крутые. Прикиньте, нам уже 6 лет, я в офиге. Я видел, что очень много видосов было. Мне Полина кидала эдиты самые интересные, которые попадались вообще. Я в шоке, как вы все так мило. Вы делаете этот день еще лучше, короче, приятно было. Прикольно вообще, прикиньте, это моя жизнь, я в шоке. Я иногда смотрю такой, а, это я. Это не чувак на экране, это я. На холодном полу. Блин, я так люблю Sims на самом деле. Я не думал, что игра такая интересная может быть в записи. На самом деле очень круто. Если вы не смотрели еще мой летсплей по Sims, обязательно посмотрите на моем канале Милсплей. Я думаю, вам понравится, потому что так угарно вообще. Мы просто веселимся. Парочка, которая играет в Sims, и там же ссоримся и злимся и дружим. Видите, дружим. Что сейчас будет? Неожиданно. Я думал, мы до дома дойдем хоть какого-то. Нифига себе, конечно, арт. Вот это да, вот это да. Всем привет, дорогие подписчики, с вами Кэл. Всем привет, чувачки, с вами Кэл. Всем привет, чувачки, с вами Милс 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 Кэл. И со мной сегодня Полина. Полина. Всем привет. Всем привет, чувачки, с вами Милс Кэл. Спасибо за детство. Смотрю это видео, такое улыбаюсь, капец, это я. Я иногда себя не идентифицирую, как будто это я. Типа я смотрю, какой-то человек на экране, в интернете. Я не задумываюсь о том, что я это говорю, я это создаю. Я просто что-то такое, типа, в камеру включил, пошло, понеслось. А еще, если вдуматься, я на ютубе уже лет 6 или 7. И кто-то реально, типа, спасибо за детство, он же меня отсмотрел. Пошел интересоваться другими вещами, университет, колледж там. И этот человек воспринимает меня, как будто я, типа, ему детство подарил. Ну вообще, типа, влиял как-то на его детство, восстановление. Я в шоке. Мне приятно и мне страшно, что люди уходят. Чего взрослеете? А ну обратно. Мелочь пузатая. Подпишись, лайк поставь там, я не знаю. Ну, посмотри видосы, как бы. Вспомни детство. Я забыл вообще про этот видос. Хорошая проводка. Как хорошо. Я люблю очень, когда, типа, на дебильные вообще видосы делают обработку такую, типа, красивую. Вот, типа такого. Боже. Жаль, таких видосов мало, но мне очень смешно, именно когда смешной видос, и тут резко какая-то дичь происходит с обработкой. Такая, вот эта вот обработка, типа лайка, там. Как будто я школьница, мне 13 лет, и я решила покрасить волосы в зеленый. А в случае... Чё? Я такое говорил, серьезно? Да ладно вам! Как будто я школьница, мне 13 лет, и я решила покрасить волосы в зеленый. Чего? Нифига себе, я реально такое говорил. Боже, а я реально в зеленом сейчас. Может, вы еще что-то найдете такое интересное в старых видосах, что сейчас как бы произошло, что я сванговал. Все арты на самом деле на меня вообще не похожи, да просто знаете, типа волосы зеленые, все, это Антон. У кого-то на торте мышь, что? Вот в такие моменты ты понимаешь, что ты походу популярный. Что? У кого-то день рождения. Во-первых, с днем рождения тебя. Во-вторых, он взял, типа, для него это было ценно. Возможно, это же родители, скорее всего, сделали. Вряд ли ребенок. И ему сделали фотку, типа, с любимыми блогерами. Это что? Это мы... Я в шоке. Капец. Типа, чего? Вам не передать мои эмоции, наверное. Но я реально сейчас... Я присел, и я не понимаю, что... Это я там на торте. Ё-моё. Тоха. Милс Кел.
На этом же канале мой первый видос, и я там типа приветствовался. Всем привет, с вами Тоха. Всем привет, дорогие гости моего канала, с вами Тоха. Я тогда не знал, что я буду как бы Кел вообще. Блин, надо вообще записать видос так-то про то, что почему я Милскел. Возможно, вам будет интересно, но там, наверное, минутный ролик будет какой-то. Давно обещал, вроде. Вроде. Уже как года 4. Я же реально приветствовался Тоха. Меня никто никогда так не... Нет, меня один чувак так называл. Типа, друг называл Тоха. И то очень редко. Меня всегда называли Антоном. Почему? Всем привет, с вами Тоха. Почему Тоха? Анатолий, блин. Флешбеки нафиг. Почему так смешно? Кстати, интересный факт. Клип «Бутылочку» удалили и песню «Бутылочку» удалили. Мне писала Вика, Maybe Baby, о том, что Антон, имей в виду, твой видос тоже могут забанить. Так что имейте в виду, если вы еще не смотрели пародию, скорее всего, ее могут заблокировать, потому что в России сделали дебильный закон про ЛГБТ. И теперь, если бы я оставался вообще в России, не дай бог, меня бы могли даже посадить. Поэтому имейте в виду, что видос могут заблокировать, а вы еще не посмотрели, обязательно посмотрите. Лучшая пародия на френдзону «Бутылочка». Жалко, конечно, что этой песни больше нет. Любим, помним, скорбим. Что за хейт? Что за хейт видос? Почему меня петух выпукнул вообще? Вы что, с ума сошли? Требую объяснений. Так, этот кадр был всего лишь на секунду. Надо вырезать. Милскел. О, наконец-то похожий арт. Вот тут уже похоже. Один в один. Вы знали, как мне грустно видеть эти нарезки, все это... Такая огромная часть моей жизни. И мне она так нравится, это просто... Люблю свою жизнь, на самом деле. Вот благодаря таким видосам я реально вспоминаю то, что... Боже, как же круто. Как круто то, что сейчас есть. И вообще круто жить. Я не знаю, как у вас, типа, ну, то, что я выкладываю видосы, как эти времена ассоциируются. Но для меня это самые теплые времена вообще. Все видосы, которые я смотрю, это очень тепло и так уютно. Кто-то написал в ТикТоке, я помню, видос выложили там, и там был я в нарезке. И там написали Милскел, самый уютный блогер. И я такой думаю, а вдруг я реально... У вас, типа, ассоциируюсь с уютом, типа, домашностью, и мне так приятно стало, я такой, типа, блин, класс. Это намного приятнее, чем быть, там, самым веселым блогером, там, легенда, нет, уютный, класс. Полина сделала ковер с лицом Антона. Все фанаты Антона через одну секунду. Полина говорила о том, что, блин, а было бы прикольно выпустить как мерч. Было бы классно, если бы, как бы, мы не жили в Америке сейчас, если бы не было войны, было бы замечательно, на самом деле, такое выпустить. Кто-то бы один точно купил бы. Но, увы. Телефонные игрушки, это вообще может быть страшно. Тут подвал. Я не люблю хоррора. Вы бы знали, насколько мне стрёмно каждый раз записывать, просто включать игру и не снимать хоррор. Я бы не снимал, если бы это не нравилось вам. Я ненавижу с детства хоррор. Фильмы, сериалы, игры. Все просто мимо меня проходило. Ну, надо записывать, потому что вам нравится. Капец, я тут худой. Чё нафиг? Кожа до кости какие-то. Ладно, хорошая обработка, мне нравится. Она какая-то чуть-чуть дурацкая, но весело. Тебе нравится? Ну как это лицо может не нравиться? Смотрите, на это хлебало и на мое хлебало. Снова на это хлебало и на мое хлебало. Я этот видос в ТикТоке видел, он там так много лайков набрал, что капец. Хороший видос, мне очень нравится. Крякает нафиг. Рус Полины. С Женьком не гей. Почему мы динозавры? Мы не гей. Мы актеры. Это такая сценическая роль. Видите тут вторую фотографию? Там, где я вот такой, типа, немножко полуголый такой стою, я такой, а? Это было вроде бы мое день рождения, и там был в усмерть бухой. Я перед тем, как упасть на кровать и уснуть потом до утра, когда ребята такие, Антон, а ты не умер, а ты, Антон, ты не умер. Я такой, будет сейчас прикольно взять, сделать фоточку в телеграм-канал. Хотя бы не в полный рост сфоткался, уже хорошо. Ты зачем? Где мой чикапа? Че за лица? Блин, орус обработок такие. Вот такие обработки мне нравятся. Там, где немножко такой сюр, немножко чуть-чуть кринжик. Это то, что я люблю. Да простит меня Антон. Так, про это видео забыли. Его нет, все, туда не смотреть. Мне максимально неловко, потому что вообще не надо. Мама, там папа на кухне живет, если запах снился. Но у меня же нет снился. А у меня нет папы.
бесплатный хай. Что это за видео? Я смотрю, и мне как бы прикольно. Ну что это такое? И все в комментариях ржут. Ну конечно, блин. В квартиру, короче, залетела птица. Откуда у вас эта фотография, блин? Я фоткал и так усыкался. Это она в костюме Бэтмена. Супергерой, блин. Человек-блоха. Что такое? Это что? Это ложка? Это соль? Это что это вообще такое? В одно окно смотрели двое. Почему? У меня здесь лицо похоже, как будто я, кто там, Гарри Поттер на заднем сиденье. Прям мне кажется, один в один. И почему-то я выгляжу там, как будто бухой максимально. Я просто чихнуть хотел. История повторяется. Один в один, вот тут просто такой переход был классный, вообще капец. Год прошел. Никей. Это вам после прошлого ролика. Вы везде решили это писать. Милскел. Оо. Очень мило, это так круто. Оо. Вот это реально очень красивый арт, мне нравится. Оо. Вот это вообще просто. Я эту картинку не видел, но это просто вау. Это такая атмосферная картинка. Вау, вау, вау. Так. А четыре. Ты чё нафиг? Ты прическу мою своровал? Вот это я вообще не понял, чё? Ладно, ты тыришь видосы у всех. Ладно, превьюшки ты тыришь. Такое я еще понимаю. Нормально. Я тоже иногда могу взять где-то идею на превьюшку. Но мою прическу ты чё? В общем, на этом все. Делайте свои смешные обработки, выкладывайте в Инстаграм, отмечайте меня, вот мой ник. Обязательно отмечайте. Спасибо большое, что выкладываете вообще такие эдиты. Мне очень приятно, что уделяете время. Прикольно, мне нравится. Если у вас смешные видосы, выкладывайте их еще в ТикТок. Я иногда замечаю, лайкаю, если вижу. Так что встретимся совсем скоро. Всем удачи, всем пока. Пока-пока. Пока.